Вот грушка наша опять вся в цвету. Груша наша. Какая груша вкусная, это вообще. Просто ураганный ветер, груша аж мотает прям. Она у нас одна половинка осталась, вторая упала от урагана 2 года назад. И вот мы переживаем за вторую половину. Очень большая, высокая груша. И вот каждый раз, когда сильный ветер, я прям переживаю. Сильнейший прям ветер сегодня. Вся она в плодах, ой, вся она в цветочках. Очень много груши будет. Хорошо она плодит.